Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о вселенском ипотечном беспределе. И я проанонсировал, что это будет целый цикл роликов. И для того, чтобы вы понимали, о чем будет идти речь в этом цикле, мы поговорим о нескольких моментах. И, конечно же, эта проблема носит глобальный характер. Но есть несколько точек, которые мы будем глубоко и подробно рассматривать. И, конечно же, мы будем рассматривать вопросы предложения о заключении кредитного договора и, соответствующим образом, оферту, которую выдвигают банковские учреждения в своей рекламной кампании, на своих баннерах, непосредственно на неких пригласительных флаерах и так далее. То есть очень массовое внедрение в сознание определенных условий, которые потребитель финансовых услуг должен воспринимать как оферту, то есть публичное предложение. Это на стадии так называемой подготовки к заключению договора. Но если мы будем рассматривать эти предложения через призму гражданско-процессуального и гражданского законодательства, то, конечно же, это фактически официальная оферта, если обратное не указано непосредственно в данных материалах. Мы будем рассматривать саму процедуру заключения договора. Всегда ли предоставляется полная информация, как того требует закон? Соответствует ли фактическим обстоятельствам указанная полная стоимость кредита, как того требует закон? Всегда ли соблюдаются правила о недопустимости введения в заблуждение по тем или иным позициям? И, конечно же, сам процесс заключения и подписания кредитных договоров, подписания закладных и иных документов, которые связаны тесным образом с ипотечным кредитованием. Это так называемые договора страхования и тому подобное. Конечно же, мы будем говорить о включении условий, о тех или иных процентных платежах. Мы будем говорить об аннуитете. Мы будем говорить о дифференцированных платежах и почему предпочтительнее аннуитетные платежи. Есть ли такое понятие в законе, как аннуитет? Как оно соотносится с обычаями делового оборота? Каким образом аннуитетные платежи влекут за собой фактическую переплату по процентам? Каким образом аннуитетные платежи влекут к увеличению процентной ставки на всем протяжении уплаты кредита? И что с этим делать? И, конечно же, дорогие друзья, мы будем говорить о передаче закладных, об их продаже, о законности тех или иных действий. Мы будем говорить о стадиях исполнения договора, о последствиях и возможности досрочного погашения тех или иных кредитных обязательств, о снятии обременения и при наличии обременения имеется ли полное право собственности у так называемого собственника квартиры, то есть у вас, если вы взяли ипотечный кредит, или это право собственности является неполным вследствие того, что фактическое право распоряжения у вас отсутствует вследствие обременения и запрета на проведение регистрационных действий и тому подобное. Или, как мы считаем, это совместная ваша собственность с банком. И может ли он передать это право иным учреждениям, банковским либо не банковским? Вот эти вопросы досрочного погашения, расторжения обязательств, возможность установления процентной ставки в соответствии с договором, возможность истребования излишне уплаченных процентов, возможность взыскания неосновательного обогащения с банковского учреждения, возможность предъявления претензий и судебных исков в порядке закона о защите прав потребителей. И, конечно же, дорогие друзья,
помимо досрочного погашения, либо расторжения вследствие неисполнения, какие могут быть подводные камни непосредственно при исполнении того или иного, какие документы закрывают договор, каким образом зачастую даже при исполнении обременение не снимается и тому подобное. Поэтому, дорогие друзья, разговор предстоит долгий, разговор непростой и, конечно же, дорогие друзья, зачастую нам приходится делать выводы из наличия той или иной информации и соответствующим образом к каким выводам мы придем, мы увидим в конце нашего разговора. Дорогие друзья, это то, о чем хотелось сегодня поговорить. Если есть необходимость в оказании какой-то практической помощи, всегда обращайтесь, с удовольствием поможем. Удачи вам в ваших делах. Счастливо!